Недавно у внучки-малышки со мною большой разговор о минувшем зашел. Скажи ты мне, дедушка, имя героя, что первым вступил в комсомол? Я тихо ответил: не знаю, родная, кому предоставить подобную честь. В Москве, в Петрограде, в Перми, в Барнауле, в Донбассе, Одессе, Владимире, Туле товарищей первых не счесть. Не знаю, кто радостью эту взыскан в селе, в городах, на несчетных фронтах. Не каждый товарищ был первым по списку, но каждый сражался в первых рядах. Всю волю и силу, все чувства и мысли мы все отдавали борьбе и труду. Не каждый в ячейку был первым зачислен, но каждый трудился в первом ряду.